Между тем, доля российских родителей, которые готовы вакцинировать своего ребенка, за последние 3 месяца выросла на четверть, с 26 до 33%. Такое исследование проводил крупный сервис по поиску работы. В нем принимали участие 500 родителей подростков из всех округов страны. Из общего числа опрошенных 11% респондентов однозначно за вакцинацию. 22% склоняются к этому решению. Среди поддержавших прививку от коронавируса для подростков 15% вакцинированных родителей.